Мы продолжаем выпуск. В Таразе возбудили уголовное дело против женщины, жестоко избившей собственного сына. Любительское видео пострадавшего 7-летнего мальчика, которому посторонние люди оказали помощь, накануне было размещено в интернете. Полицейские установили личность его матери и начали досудебное расследование. По факту избиения выяснилось, что ранее она не привлекалась к какой-либо ответственности, на учете в специальных медицинских учреждениях не состояла. В отношении ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза. Сейчас он находится в центре адаптации. По факту возбуждено уголовное дело по статье 140, части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Ненадлежащее исполнение родителям обязанности по воспитанию за жестокое обращение с несовершеннолетними. За такое преступление предусмотрено наказание от штрафа в размере до 300 месячных расчетных показателей или до ареста на срок до 75 суток.